Меня зовут Александра, мне 24 года, и в профессии визажист я уже 6 лет. Начиналось все в 16 лет, когда меня выгоняли из школы, и родители меня отправили в колледж, чтобы хоть как-то, чтобы я, ну, наверное, что-то добилась в этой жизни. И я всегда, в принципе, понимала то, что я буду работать в бьюти-индустрии, и именно параллельно в учебе колледжа я пошла учиться в школу Санжак на визажиста, где, скажем так, приобрела уверенность, что ли, в завтрашнем дне, потому что это та профессия, которая развивает девушку, ну вот, ну максимально, насколько это вообще возможно. И, нет, наверное, 18 лет, вот я прям, вот мне исполнилось 18, и я пошла работать. Я, по-моему, около 8 месяцев отработала там плюс-минус в профессиональной косметике маг-визажистом. Затем пошла работать бровистом-визажистом в достаточно известный салон Брол-бюро. А сейчас, на данный момент, я являюсь арт-директором успешного салона красоты в Санкт-Петербурге. И, соответственно, тоже по совместительству я работаю и визажистом. Мой средний доход, он варьируется где-то, ну, наверное, от 70 до 100 тысяч. При этом, что я работаю в такое удовольствие, что... Ну, короче, я в кайфе. Особенности школы Санжак в том, что тут дают такие знания, именно они, знаете, они глубинные, то есть такие знания не дает ни одна школа, ни один визажист. Там, знаете, не из разряда того, что типа как бы по схеме нанести куда-то там хайлайтер, куда-то скульптор, и типа все, пошла такая звезда. Нет, там учат любить женщину, тут учат видеть в каждой женщине красоту. И это действительно психология макияжа, которую нужно учиться. Техники можно научиться у любого, а вот именно психология, это действительно очень ценные знания, которые пригодятся абсолютно каждой женщине, девушке, девочке. Поэтому обязательно приходите в школу Санжак. Я думаю, что вы не только не пожалеете, вы уйдете отсюда вообще другим человеком.